Так, молодец какой. Ай, какой ты молодец. Давай еще ложкой. Так, так, помаленьку. Тихо-тихо, Миша. Бульки пускай. Вот как магазины. Что? Вот этот вот. Ну, так, так дело в том, я же тебе объясняю, что возьми, отрежь себе, если хочешь. Дело в том, что этот у меня обычно вот если приходит, мне всегда говорят, сделай такой домашний. Почему? Потому что они, там ничего нет, там ни соды нет. Там... Потому что там вот такой... Да нет, я тебя научу, это делается в одну секунду. Выпекается 10-12 минут. Да, не знаю. Очень быстро выпекается. У меня подобный рецепт есть, но у меня он, видимо, он маленький получается. Там 3 яйца получается. Значит, 8, 3 вот смотри, я тебе покажу. У меня в этот раз я взяла... В этот раз небольшие яйца. Обычно там идет рецепт так. 8 желтков, 4 белка. Идет. 8 желтков, 4 белка. Но у меня яйца я взяла от молодой курочки. Они маленькие. Вот здесь 8, 7 я взяла. 7 желтков и 7 белков. Отдельно взбиваешь желтки, полстакана сахара. Отдельно белки, полстакана сахара. Потом соединяешь их между собой. Туда добавляешь полстакана муки и столовую ложку крахмала, но без горки, без горочки. Замесила на противень кальку. Ну вы замешиваете все так же миксером. Все миксером. Кальку, уже горячая духовочка. Ну вот, вот пергамент, да? Да, 180 градусов. Вылила, оно жидкое получается тесто. Вылила. 10-15 минут, смотришь, вот, чтобы верх было такой коричневый. Вытаскиваешь его. Тихо-тихо-тихо-тихо. И вот так я ножиком края здесь немножко подтерла. И другую кальку на нее вывалила. Пока он горячий. И он скручивается, пока горячий. Вы сверху горячий. Ложите кальку и потом противень переворачиваете или как? Ну да, да, ага. В принципе. Я для того, чтобы оно еще бывает, что видишь, оно бывает прилипает. И тогда корочка это снимается. А, к самой кальке. Я ну беру да, на кальку, не... чуточку капаю масло. Не в противне. Угу. Я поняла. Это выпекается на кальке. Это на противень не выливается тесто. Потому что ты его не вытащишь. Вот я ну, вытащила противень. Я делала так, но я посыпала манкой его. Не надо. Я вытащила противень, поставила. Потом эту кальку стянула вместе с этим пирогом. Сверху кальку положила. Чуть смазала постным маслом, чтобы оно не прилипло. И вывернула. Ту кальку я выбросила, а на горячий этот пирожок сразу, ну вот у меня абрикосовое такое плотное, повиделись, раз-раз. Обычно я еще делаю обыкновенные свежие фрукты, вот я беру клубнику, чуть сахар добавлю, перебила ее так, клубничку свежую. Да? Да, клубничка, ну это свежий, когда много фруктов и все. Сюда же какой хочешь. Можешь кремовый делать, можешь такой. Но я кремовый не делаю, у меня все любят вот такой. Абрикосовый. Намазала. Не обязательно, может и сливовый, и вишневый, какой хочешь. Намазала. И сразу скрутила. Ну, оно так интересно, как будто в сиропе такое. Да. Скрутила и положила. Все, он готов. Сколько ты на то, чтобы взбить? Ну, 15 минут. Выпекается сколько? Ну, еще 15 минут. Скрутить? Ну, пусть 5 минут. Знаете, у меня вот что проблема была. У тебя получается была. За полчаса. Вот мне такой рецепт такие... подобный сказали, но когда... И говорить тоже очень просто это все. Но когда я начала его делать, опять-таки вот с этим отлипанием, оно меня вот как-то нервирует. Когда оно вот так вот разладится комками. Значит, оно... А вот на пергаментной бумаге, это, конечно, будет другое дело. Если ты хочешь, допустим, чтобы он у тебя вообще идеально сошел, вот пергаментную бумагу, чуть растительного масла и вот так рукой растерла, чтобы не было масла, но чтобы она была чуть жирноватая. Оно вообще отходит элементарно просто. Раз и все. Потому что я на манку, а оно все равно где-то. На манке нет, оно все равно прилипать будет тебе. И так получается, что его сложно потом завернуть. Да, помазал, но заворачивать горячим надо. Я помню этот торт, который мы ели ложкой. Если он остынет, ты его не завернешь, он будет ломаться. Ломаться, да. Будет ломаться, ты его не свернешь. А вот он у тебя, ты выбросила его сразу, смазала, закрутила и положила. Ну, у меня еще почему-то как-то такая мало дела, потому что она давала рецепт, а там с домашней сметаной было. А домашнюю сметану нужно пойти купить. Я понимаю. Там и так далее. А у нее почему она так делает? А я как-то про варенье не додумала. Они же есть разные. Ну, да. А я с вареньем, я с вареньем сделала от безвыхода. Почему? Я тебе объясню. Мне дали рецепт, я у подруги.